Итак, всем привет! С вами канал Хуторянин выходного дня. Сегодня воскресенье. Особо никакие дела не делаются. Больше разговоров. Поговорим о том, куда уходит вода с нашего хутора. О козах. Янец расскажет немножко истории хутора. Поехали! Вода потихоньку идет через дамбу. Я так сегодня подумал, куда девается наша вода с прудов. Оказывается, она тоже попадает в Даугаву, в Западную Двину. Вначале она попадает в озеро Скирна. Озеро Скирна соединяется с озером Дресвяты, это уже Литва. Потом из озера Скирна, из озера Дресвяты, как-то она там соединяется с Брасовскими озерами, а оттуда сбрасывается уже Даугаву, под Руйки. Небольшая поправка. Оказывается, что из озера Дресвяты вытекает река Прорва, которая через озеро Обала и реку Дресвяты соединяет озеро Дресвяты с рекой Десна. А Десна уже является притоком Западной Двины и Даугавы. На банда гуляет. Было вчера этим хулиганкам 4 месяца уже. Ой, ты как будто козел. Ой, ой, ты как козел прямо. Злата, скачешь. Едят кору с лиственницы. Взахлеб. Из лозы, да? Да. Ну хорошо едят. С удовольствием. Как конфеты. Чипсы. Чипсы, да. Скоромамку догонят. Кушают хорошо. 4 месяца сегодня. Ну я говорил, что 4. А сегодня? Да, 22. А, думал, вчера. Ну что, надо остальным тоже нести, правда? Я здесь сниму сверху оттуда. Справедливо будет, если вы будете кушать, остальные не будут кушать. Видел, какие у него у Златы рога, чесавшие? Нет, не об смотри. Доску. Посмотри, а, вижу, вижу, да. Тебе, Леля, не дали веника, да? Ты давала? Нет, еще я только у меня был один. Опять не кухня, сейчас я принесу.
трава какая, знаете, такая мягенькая, с мелкими веточками. Это у нас зайка. Темно, наш свет кучит. А это ее сестра белка. Родная сестра, да? Ну да, родная. Да. Ну, как, можно, можно родословную составлять, коз. Снежок скачет. А это кто? Кем снежок им приходится? Племянник. А, ну да, тетки, да, правильно. Племяш. И внучок, и племяш, да? Вот пришел в гости, пришла в гости звезда Ютуба. Да. Да, тебе там... Поздравляю с третьим заходом зимы. Третий заход зимы, да? Да, третий заход уже зимы. Здоров. Ничего никогда. Звезда Ютуба. Ютуба, да. Там тебе, Ютуба. Там все тебе приветы передают, да. Женщины свежие. Ага, так ага. Я и сам еще не совсем. Ну так вот я и, да, да. Я и говорю, что. Я еще сам не что местами. Что тебе тут передают, да, сразу. Да. Если возле горячей щеточки этой поставить, может что-нибудь и когда-нибудь. О! Да. О! Да. И поговорить можно. А племянница сказала, привезет дяде Янису самый лучший белорусский шоколад. Даже так? Даже так написала. Во, бляха, видишь? Так что. Да, не все потеряно так, еще. Так, то пора тебе, да, покупать уже планшетник, чтобы быть в, да, курсе. Ты знаешь, Саша, наверное, я себе уговорю. Уговоришь, да? Я думаю, что поддается уже. На планшетник уговариваешь, да? Да, уже уговариваю себе. Ага. Ну, вначале не надо, совсем не надо. А теперь что-то вроде получается. О, звезда Ютуба, говорю. Да. Там а, столько а комментариев я несу. А я же, Светочка, здравствуй. Привет. У тебя сегодня, по-моему, свет горел ночью. Где? Зажигали свет сегодня? Нет. Да я заставал, может, включал здесь. А, был я сегодня под утро где-то, я, да? Я сегодня полночи не спал. А, я как-то посмотрел, тут где-то было яркий свет. Тут с кухни, наверное. Может быть, не знаю, откуда свет. Я думал, что, может, это коза тебя рассыпается, не? Не пока. Все нормально тебе там? Ну, он говорит, яркий свет был. Не, ну не очень яркий, я не знаю. А, ну тогда там, да, там комп был включен. Может быть, не знаю. Видео, всю ночь видео сбрасывалось. А. Что-то был слабый интернет, я не знаю. Ну, больше как на этот, на козняк. Не, там было выключено. Или отражалось, не знаю, может быть. Как-то. Там выключили, с бани шли, вчера выключили. Не-не-не, ну, да. Это где-то я ночью просыпался, подумал, часа 4, может 5 утром. Вот я тоже, там, я не спал еще. Ага. Вот, я до 2 смотрел кино, потом... Ну, а если тебе будет планшетник, ты вообще спать не будешь? Ну вот, не знаю. Ну, надо будет себе как-то... Контролировать. Там, ну, контролировать, да. Какие-нибудь ставить ограничители. Да, час, два и все. И да, еще потрубалоб и все. И... У меня как этот, как его, теперь хорошо. Телевизор, когда было без этой коробочки... Да. Нет, с коробочки когда было, раз вырубал, да. Не видел. А, ну да. А теперь после этого минута включается, а, ну да. И минута за это время надо вырубить. Иди погляди на Снежка. Да, пойду. На будущего, ладно, козла. Да. Тоже козел будет, ё-ма. Будет, что-то... будет козел, козел, настоящий, да, будет, ну, козел. Ну ё-ма, ну как козлу на козла смотреть, ё-ма. Трудно. Да. Едят? Так маленький ест уже веник. Маленький веник уже ест. Да. Так вот, пятый день пошел ему. Мое мнение, что когда котное много нельзя кормить, раскармливать. А Ира не согласна, сказала, что... Зерно все равно нужно давать. Потому что у них в желудке устроено так, что там эти бактерии, которые, да, разлагают эту пищу. Да. Если они будут давать зерно, они погибнут. Может, и потом, пока нет. Она охотится, начнешь ей давать зерно, ей перерабатывать нечем. Может быть, не знаю. Ну, ну да, и то, что, может быть, на, если бы два было, не был бы такой большой, а как один, поэтому такой большой. Один, потому был. Большой, один, большой, да. Да. Она-то сама, вот, маленькая, да, и худенькая. Может быть, поэтому, да.
Ну, может, я не прав. Ладно, пусть будет так. Зайка, зайка маленькая? Не, я прав. По шалоту. Нет, я очень много смотрю этих самых на ютубе. Я смотрю доктора сельхознаук Вячеслава Шаталова. Ну, он там человек знающий. Ну да, я просто лишь... Некоторые вообще экономят, зерно не дают. Ну, ты знаешь, так эгоистично относиться к животным. Они тебе молоко. А ты им только сено и воду. Еще воду, так, да. Знаешь, кичатся этим. Я тебе даю яблоки, мне еще У есть. Меня там козы на сене и на воде. Ну, хорошо. То есть, ничего хорошего. Мне тоже еще яблоки даю. А я немножко сейчас сена меньше даю. А соль едят они, Ира? Да не очень. Не вот. Очень, да. Мои едят. Ее, если давал бы, лизали или не лизали. Ну, видишь, я через раз в месяц где-то, ну. Ну, надо, чтобы все время висело. А я вот даю так. Мне все. Купил еще эту... Мне ведро это я по кругу раздам всем по своим этим загородкам, а потом отдохну, потом еще раз даю по кругу. А ты что, спать пошел уже, Устал. Конечно, Запрыгался, устал, маленький. Заколебался, скажем. Да. Маленький еще. Ну вот последний, не знаю, рассыпется, не рассыпется. Как овечка? Вроде как вимя было, бляха, а потом раз и как-то вроде а не растет вимя, не знаю. Мы Шарлотте булочки ногти обрезали сейчас. Вот. Тем беременным не обрезали, как бы нельзя. Ну вот уже я считаю, что... Овечки тоже уже, когда старые, бляха, если эти копыты, бляха, больные, уже прохрамы начинают такие. Здорово, копыты такие, кривые всякие разные. Это заворачивается туда, заворачивается. Себя, ну да, такие копыта такие страшные. Я не знаю, овечкам обрезают или нет. Я не знаю, но такие, ну, страшные. Бывает, что они, ну, где-нибудь лопнет, и тогда, ну, хромает, пока заживет. Ты им постели наждачные бумаги, пускай они по ней ходят. Это коту, чтобы не сразу попало на наждачную бумагу. Чтобы где жопу вытирал. Вот, и нормально тогда, жух, и все, и будет нормально. Что, белочка, дядька в глупости говорит, да? Нормально, правда, говорит. Да нас мама любит. Да, наждачную бумагу не стелит, я? Не пробивает? Нет. Я наждачную бумагу пробил, говорит, кот разогнался, только уши остались, бля. Как она мелася? Такой сироп. С козом? Ну, крупному рогатому скоту дают. Ну, там доза на ведро 2 столовые ложки. Добавляешь? Ну, еще нет. Не добавляю. Вот, а ты говоришь, уши только остаются. Да. Это я другой говорю. Уши нет от этого. От сиропа не будет. Они сыворотку любят. Вот сегодня будет опять сыворотка с водичкой. Ну, у тебя есть. Сыворотку пьют все девчонки. Раньше только булочка пила, а сейчас все пьют. На сыворотке нет или нет? От творога. Ну что, пойдем чай пить? Ну да, наверное. Конфетами. Не пойду. Пойдем? Не, пойду домой. А что, вот, пойдем чай? Рома приедет уже, надо собираться, отправляться. Так а что, уже приехал, что ли? Ну вот, так позвонила, что выехал. Подождет Рома? Ну подождет, не уедет, ну. Но. Ну, пойдем быстренько. Лень разуваться. Да не надо разуваться, по снегу походишь. Олень. Я проверю, как ты по снегу ходишь, чистоту сапог, и все нормально. А, ты проверишь? Да. И разрешишь? Да. Пойдем, я тебе сдачу, а тарелку подам. А я не буду брать, останет меня. Надоело. Вообще не понятно. Должна я несу. Да. Я ему орешки покупала. А я ей сказал, что, понимаешь, не хочет меня в эту Висагинус везти. Я говорю, я тебе оставил денежки, чтобы Висагинус меня отрезал. Так она сама не ездит, она сейчас за Роса едет. Я же не сказал, что вот бросай все и едь, когда не, поедет. Не. Когда поедет, я откуда понял. Я знаю. В январе, феврале, когда она поедет. Я понял. Пойдем. Она не хочет меня брать, что сказал деньги. Что ты врешь? Пошли. Ты людей заблуждение водишь. Она уже старый этот самый. Якубович. Якубович, да, тебе говорили. Местный Якубович. Местный, да. Нет, я был джихарханян. Джихарханян? Джихарханян. Джихарханяном. Арменом? Арменом. Я же армен. Ну все, отдыхай. Да, латгальский этот. Отдохните пока. Армянин, латгальский.
Армянский армянин. Нет, какой ты армянин? Ты ж латгалец. Да. Истинный латгалец. Очень гряна, Петрощана, сын, не, внук, как-то, не. У Тиграна Петрощана дед армян и внук армян. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Я понял. Вот так вот. Я понял. Когда ваши твои сюда приехали в Латгалию, вот сюда, на хутор? В 34-м году. Ага. Альбина родилась в 32-м. Не здесь родилась. Она там родилась. Там это где? Это в Прельском районе. Нет. В Ребенях это моя мать родившись, а отец Галь мой же. Туда ближе к Резекне. Так ваши приехали, наши уже были здесь? Да. Все были уже. Наши последние приехали. А мы же, когда окна меняли, нашли газету. Какого? 28-го или 8-го? 28-го. Года. Ну так это съема. 34-й, 20, почти 10 лет. То есть дому скоро будет 100 лет? Ну все были. По моим разговорам, все были последние. Приехали. Тут уже какой-то строился мужик. Да. Зеленка какой-то. И, а тут же было вот, где Банук, тут уже было какое-то такое, Литвы не было, тут больше Польша же бывшая, Польша тут была. И, а вот где Гербредер живет, там жил пограничник. Пограничник живет. Как фамилия, помню, но вспомнил. Ну такой дом отштукатуренный там. Ну да, большой дом, там, да. Большой дом. Большой дом, да, потом же Гербредер. Покруче дом, да. Я, наверное, когда наши пришли, наверное, его куда-то там. Ну ясно. Да. И этого зеленку прихватили на контрабанде. И его отсюда... Зеленка это кто? Ну фамилия была Зеленка. А, да. Пограничника? Нет, местного жителя. Который зеленый. Вот здесь строился, начал строить дом. На вашем месте, да? Да. Вот он уже начал тут. Уже одну половину был, ну, начал штурм делать. Да. И приловили его за контрабанду. И выселили, и все. Так вот откуда деньги на ваш дом шли. Да, с контрабанды. И его вывезли, а отцу дали. Ага. А наши были честные, домик плохенький, да маленький, плохенький. Ну так он не был построен, только начался, сруб начал строить. Ясно. Пойдем. Вот Янис чистит ноги, все правильно, молодец. А как, по-другому нельзя, иначе не пустят, ё-моё. А разуваться лень, матушка. Ясно. К сожалению, выходные очень быстро заканчиваются. Уже пора скоро опять на город. И опять повторюсь все по кругу. С вами был канал Хуторянин выходного дня. Всем пока. До новых встреч. Всем мира, добра. Будьте здоровы.